Привет, друзья и гости моего канала. С вами Мария. Сегодня я буду с вами делиться своей радостью. Вот такая красота у меня появилась дома. Сегодня, 14 января, у меня в мой день рождения мои самые любимые, дорогие и близкие люди сделали мне вот такой чудесный подарочек. Отвели меня в магазин с орхидеями и сказали: «Выбирай». Когда я пришла и стала рассматривать орхидеи, их было очень мало. Выбор был маленький, небольшой совсем. Но сами понимаете, когда я увидела эту орхидею, я просто в нее влюбилась. Я так понимаю, это бабочка. Такие орхидеечки я видела только у девочек на каналах, любовалась ими. А теперь есть и у меня эта красотка. Но вот единственное, я хотела с вами посоветоваться. Посмотрите, какой мох мокрый. Мне кажется, даже я уверена, если я его нажму, с него потечет вода. Корешки вроде бы визуально смотрятся хорошими, здоровыми, но я вот, честно говоря, в растерянности. Может быть, вы мне посоветуете, мои хорошие, ну вот как поступить? Может быть, снять этот мох, или пусть он сохнет? Вот как бы вы поступили в такой ситуации? Я просто боюсь переувлажнения. Все-таки мы покупаем ее зимой, и пока доехали, то есть она и на улице была, стрессовала, еще и стояла там в этом мокром состоянии. Либо оставить, и пусть она сохнет. Вот я что-то растерялась. Но красота, конечно, неземная. Это мидия, так понимаю. Маленькая орхидея. Но не мини, а таких, ну, средних, скажем, размеров, да. Но чудесная. Вот эти вот лепестки, которые за щипами. Я так понимаю, что это все-таки бабочка. Цвет очень красивый, сиреневый такой, глубокий. Два цветоносика. И она прям так вот гроздочками такими цветет. Очень красиво смотрится. Я прям, когда увидела, даже удивлена была, что вот так легко можно купить такую орхидею. Вот размер цветов я вам показываю. Довольно маленькая она. И листики тоже маленькие. Верхний лист у нее немножко надломан, но это механическое повреждение. Я так понимаю, ничего страшного. Четыре листа, два цветоноса, корневая пока хорошая. Но вот я переживаю, конечно, за корешки. А так она, конечно, великолепна. Если у меня получится с ней справиться, с миди... У меня такая дружба еще пока на короткой ноге. Я не могу сказать, что я прям спец в них. Если со стандартными фаленопсисами я справляюсь вроде бы, и у меня получается за ними ухаживать. Но вот с этими малютками, из-за того, что они не всегда к нам приходят в таком хорошем состоянии, естественно, проблем больше. Но я надеюсь, что эта красавица будет меня долго радовать. Но такая красивая. Просто слов нет. Вот. Всегда нужно думать о хорошем. И я, конечно, желаю ей, чтобы она у меня прижилась. Добро пожаловать в мою семью. Орхидейную я имею в виду. Да и такую мою семью. Все радуются, видя мою улыбку на лице. Я радуюсь, глядя в счастливые глаза своих самых дорогих людей. Спасибо большое. И вам спасибо большое за то, что вы остаетесь со мной, за то, что радуетесь каждому цветочку, понимаете, разделяете мое увлечение. Большое вам спасибо. На этом всего. Желаю вам добра, счастья.
и пышного цветения вашим цветочкам. С вами была Мария.